Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Очередные предложения по развитию рынка ипотеки в России разработают к началу октября. Проанализировать возможность дальнейшего снижения ставок по жилищным кредитам должны Минфин и Минстрой совместно с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования. Соответствующее поручение ведомствам дал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Кроме того, в правительстве рассмотрят возможность изменения нормативов проектирования и строительства многоквартирных домов, а также развитие городских территорий с учетом современных комплексных подходов. Кроме того, Дмитрий Медведев поручил ведомствам выделить регионам страны средства на создание комфортной городской среды, говорится в сообщении на сайте правительства. Напомню, ранее российский премьер допустил снижение средней ставки по ипотеке до 6% годовых в ближайшее время. По оценкам экспертов, к следующему году она может составить в среднем 8-9%. Дайджест недвижимости. Россияне стали в полтора раза чаще жаловаться на несправедливую кадастровую оценку объектов своего имущества. С января по июль этого года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели более 20 тысяч заявлений касательно 44,5 тысяч объектов. В сравнении с прошлым годом количество обращений выросло на 60%. При этом в пользу заявителей были пересмотрены более половины из них. Дайджест недвижимости. Мэрия Кирова анонсировала несколько возможных изменений в генплане города. Они будут вноситься в рамках публичных слушаний, которые продлятся до конца августа, сообщает портал «Прогород-43». В частности, в целях нового жилищного строительства предполагается включить в границы города Кирова территорию возле деревни Шубина. Это неподалеку от Ганина. От фирмы «Стен» поступило предложение расширить зоны многоэтажной жилой застройки в Слободе Лосева в районе дома 13. Кировский ССК предлагает внести часть садоводческого товарищества «Пригородная 2» на Филейке рядом с Жуковского 4А в зону общественной деловой застройки. Еще одно предложение поступило от компании «Железно». Оно предполагает увеличение зоны многоэтажной застройки в микрорайоне «Метроград» и западнее микрорайона Урванцево. Публичные слушания завершатся 30 августа. Посмотреть документы и оставить свои предложения можно в кабинете 139 Управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.